Еще я хочу дополнительно показать, как будет более правильно. Значит, вот. Пехотинец с противотанковой винтовкой. И вот подъезжает бункер на движке, на движителе с водителем и с стрелком. У этого противотанковая винтовка, у этого обычная винтовка, самая первого типа. Стреляют друг в друга. Этот промахивается. Из противотанковой винтовки, если выпала единичка, то значит рикошет. Или не пробил. Но если больше, то пробитие обязательно есть. Этот снова стреляет. Не попадает. Этот стреляет. Пробил. И теперь смог ли он убить того, кто там сидит? Да, убил. Ну, наводчик. И тут вопрос, кого он убил? Наводчика? Ой, убил пехотинца или водителя? Я думаю, пехотинца убил. Так. Вот такая ситуация. Теперь разберем случай, когда исследование дошло до того, что противотанковая винтовка стреляет разрывной пулей. Когда он стреляет, пробивает, то пуля автоматически убивает либо водителя, либо экипаж бункера. Еще есть такая ситуация, например, танк самого первого типа. У него пушка улучшена, пулеметная пушка. Делает по три выстрела. И здесь пехотинец, и этот. Вот он стреляет в пехотинца тремя выстрелами. Не попадает. Не попадает. Убивает. Теперь этот. Это на перезарядке, этот стреляет из обычной винтовки. Попадает. Теперь пробивает. Теперь убивает ли кого-то из экипажа? Да, убивает. Только вопрос, водителя или наводчика. Ну, допустим, водителя. Или, допустим, наводчика убил, водитель забирается на его место и со штрафом стреляет, потому что он, у него нету такой специальности, как наводчик, поэтому у него штраф. Три раза стреляет в бункер. Так. Пробивает первый раз. Не пробивает. Третий раз не попадает. Значит, один раз пробил. И сейчас кинем. Убил ли он экипаж? Нет, не убил. Теперь этот стреляет в
оставшегося наводчика. Пробивает. Убивает. Вот этот победил игрок справа.